Всем привет, YouTube, привет! Решил своровать видео, как согнуть крючок. Все довольно просто, когда иметь вот таких вот несколько железок в кучу. Смотрим. Это вот делается ручка. Ручка делается. Походу вот как на один на многих крючках. Вот. Как мы видим, упорчик тут, конечно, серьезный. Похож на поворотный круг со стопорами. Вот. Ну, дело не в этом. Самое главное, не инструмент, а им уметь пользоваться. Вот, естественно, видим мы, вот она, разметочка. Вот, это не просто так на глаз человек делает, ну... Как видно по движениям, человек уже это делает не первый раз, и он опытный. Вот. Я все-таки решил на свой канал выложить видео. Вот делается первый загиб. Вот. Скорее всего, это нержавейка упертая. Вот. Ее просто так руками не согнешь. Но с другой стороны, это не тот металл, который можно засунуть и... Он лопнет, не каленый. Вот мы видим, в итоге получился у нас крючочек